сегодня будет такое необычное видео на моем канале про танк Jedi и про продажу аккаунта. Там скажу пару слов. Это будет такой интересный очень бой. Там танк стоит $100, покупался в Киеве. Ну, также есть там и БТСВ за $100. Ну, увидите сами мой аккаунт. Ну, бой такой веселый, динамичный. Конечно же, это маленький уровень, это песок, то есть мы, как бы называется, как бы, если понять, как педобир, это человек, который играет на низкоуровневой технике в песке, ну, естественно, всех нагибает. Вот, мой аккаунт относится именно к такой категории, то есть я не играю на больших левелах, на хай левелах играю только на малых, там, до 5 уровня. Чем вы видите, в бою у нас 15% шанс на победу. Но вы понимаете, что у меня танк как бы, ну, такой нагибательский. И, естественно, мы так просто не сдадимся. Попалась у нас команда очень, команда моей мечты, да. Реально посливали все уже там. Третья минута боя уже все слились. Остались мы вдвоем, сейчас останусь сам. И, естественно, меня будут разбирать. Но это не так все просто делается. Потому что я повторю, что танк очень дорогой. Его сделали таким... разработчики, чтобы человек, заплатив деньги, мог реально нагибать тех, у кого денег нет. Это, естественно, неправильно, я этого не поддерживаю, но этот танк был куплен мною как бы давно уже, и сейчас ситуация чуть поменялась. В общем, смотрите бой, там я пару слов о своем аккаунте скажу, там, еще просто как бы продать, уже наигрался, аккаунт, в принципе, нормальный, 56% стата побед, то есть, там, игрового имущества примерно где-то на 1000, не 1000, где-то, ну, долларов может быть на 600, на 700, в общем, там, прем еще на 250 дней был, вот такой аккаунт, в принципе, неплохой, ну, просто много таких танков, очень интересных, как КВ-220, Бочкинс, да, то есть Бочкинса вы сейчас уже не купите, естественно, это второй левел немецкий. Ну, и этот аккаунт назначен для тех, кто, естественно, любит играть, но не любит выкачивать экипаж. Это человек, который там занимается бизнесом, да, то есть мне это время не выкачивать экипаж, но хочет купить сразу готовый аккаунт и уже сразу начать играть уже в полную силу. С хорошим экипажем, там на КВ-220 уже экипаж практически 7 перков, уже заканчивается, уже нечего качать. Ну а в немцах экипажи по 4, по 5 перков, ну неплохо в принципе. Вот так вот, это два слова про аккаунт. Ну, вы видите, бой такой интересный, остался сам против 12 танков, да, казалось бы все, но не все. Часто очень пишут после боя, насыпают в уши, типа там читер, там педобир, там, ну, начинается. То есть, если вы купите этот аккаунт, то есть вы как бы к этому быстро привыкаете, потом, ну, как бы, потому что танки все очень мощные, сильные, они куплены за реальные деньги. Естественно, они как бы превосходят немного танки, которые, ну, прокачаны без денег. Ну, такая политика варгейминга, ну, не знаю. Я думаю, это неправильно. Нельзя нагибать за деньги. Это неправильно. То есть надо нагибать своим умом, руками, а не за бар. То есть, говорю, как есть правду, говорю. Шансы у нас на победу 5% осталось, да, еще там 4 противника, но будем воевать. Но, что интересно, этот бой мы победим, я вам скажу наперед. И победим мы еще не за счет того, что, как бы, ну, нагибучий танк. Надо просто еще знать тактику, знать, куда встать, куда поехать, как светануть красиво. То есть, все-таки я склоняюсь к тому, что нагибает не танк, а все-таки умение, опыт ваш. Что, как бы, проплаченный танк, они только дают маленький бонус к, ну, в бою, да, то есть, а не так, чтобы вы там купили аккаунт, и все, вы думаете, все, там, я перед царь и бог. Нет. Даже если вы купите, вот, например, мой аккаунт, да, то есть, если вы человек криворукий, у вас руки и жопы, то вы сольете стату, стата станет меньше, сольете КПД, то есть, ну, это будет по стакан платиться в ничего, это как бы в ничего, да. А если вы человек нормальный, с башкой, руки с правильного места, не воняют какашками, то аккаунт сохранится, будет такой же, или даже, может быть, даже лучше, скорее всего, я на это надеюсь. Вот так, продажа такая, честно, несрочная, то есть, ну, мне абсолютно все равно, я там хотел его продать за $2000, но сейчас курс такой гривны, и рубля, и доллара. И, ну, вы сами знаете, я не хочу вдаваться в политику, да, там эти санкции, эти все войны, конечно, ну, цена за $1000 отдам сразу, да, там, я вам скину ссылку на Аукра, на аукцион,
По поводу, к примеру, честности, да, там, сделки, я понимаю, что как бы $1000 тоже большие деньги. Никаких проблем нету с честностью, там, с этим, с оплатой. Отвязываю от почты, от телефона, вообще без проблем. Приезжайте ко мне там в спортивный клуб, если там если вы хотите личный контакт со мной, никаких проблем, приглашаю, позанимаемся, позанируемся, пересчитайте денежку, заберете аккаунт, никаких проблем. Хотите дистанционно, тоже не вопрос, нет проблем. Ну, в общем, или там, если у вас, может, кто-то есть друг там, которому вы доверяете в Киеве, пускай приедет, все сделаем красиво. У тебя Ну, вот, есть по поводу еще боя, пять видите, минут. остался я один. Потрать их с Уже пользой. шансов на победу у нас будет больше, чем, конечно, 5. Осталось. Он, чувак стал на захват, думает, что он мощный, но я, конечно, пойду его убивать. Такой бой веселый, интересный. Конечно, хотел бы вам по нему больше сказать, но уже так больше про аккаунт рассказываю. Ну, я, конечно, победил. Тут будет куча медалей. Вы увидите сейчас вот кучу медалей, я вам показываю. Ну, те, которые, в принципе, я делал. Видите, что бой веселый, интересный. В общем, вы смотрите сами. Ник вы мой видите, да, то есть по-честному мой там погуглить, проверить, никаких проблем нету. В общем, мужики, кто хочет, пишите. Я же подключу вас, видео такое для моего канала не стандартное, но дело в том, что мой канал, который был фаталком, почему-то забанил Google. Он поссорился с Бигмиром, у меня там почта, и они как-то поссорились и забанили этот мой канал, который я снимал именно про танки. Все, мужики, не буду больше вас нажать. Всем удачи, пока-пока.